Настройка прицепов агро. Соответствующая настройка производится в справочнике прицепов. По кнопке прицепа переходим в панель прицепов и создаем первый экземпляр прицепа. Через кнопку создать попадаем в форму создания прицепа. Как видим, обязательным полем является задание имени прицепа. Мы вводим новое имя. Я условно назвал этот прицеп именем разброс орг удобрений. В поле код нужно ввести соответствующий код, если применяется технология автоопределения прицепов. Сейчас я условно введу себе в это поле код 1. В поле описания можно ничего не вводить. Флаг исключающий. Следует этот флаг выставлять во всех случаях. Он дает возможность вытеснять предыдущий назначенный прицеп. То есть прицеп в предыдущем назначении. Теперь обращаю ваше внимание на обязательное поле для агро-прицепов. Имя поля английскими маленькими буквами with. Обращаю ваше внимание на строгое название этого поля. Параметр этого поля будет участвовать в расчете обработки, в расчете площади обработки и должен быть указан в формате десятичного числа. То есть, условно я назначил ширину обработки для этого прицепа 5 метров. Обращаю внимание на ввод параметра 5.0. Добавляем вновь введенное произвольное поле значком плюс. Оно добавилось в свойства прицепа. Также обращаю внимание, что есть возможность вводить иконку, изображение или аватар этого прицепного устройства, выбрав соответствующий файл. Итак, обязательными полями для агроприцепов является название и параметр ширина захвата. После того, как я ввел эти параметры, не забываем через кнопку ОК зафиксировать наши изменения. Мы видим, что первый экземпляр нашего прицепа попал в наш справочник. С этого момента его можно редактировать через соответствующий значок гаечного ключа. Мы вновь попали в форму свойств этого прицепа. И в этой форме можно произвести коррекцию настроек. Обращаю внимание на то, что из созданного экземпляра есть возможность создавать клоны или копии этих объектов. Вот в данном случае я через значок копии попал в форму создания нового прицепа.
В имени добавляется префикс копия, который я только что убрал. Имя мы можем отредактировать, добавив условно номер 1. Код изменяем на следующий по значению. И также можем отредактировать ширину захвата. В первом экземпляре она равнялась 5 метрам. А в этом условно сделаем 7. Обращаю ваше внимание на строгое соответствие названия поля и формату данных, которые мы вводим в качестве значения ширины захвата. Это целое значение, затем идет разделитель в виде точки и дробная часть ширины захвата. Даже если она равняется нулю, это значение следует ввести. Через кнопку ОК я сохраняю скопированный или склонированный экземпляр. И в моем справочнике оказывается два экземпляра прицепных орудий. Если у вас имеется система идентификации, автоматической идентификации орудий, то в этом случае орудия будут назначаться автоматически на соответствующие разрешенные объекты. Для того, чтобы назначить автоматическое назначение, через кнопку «Объекты» мы флагами можем отметить те объекты, на которые прицепные устройства будут назначаться автоматически. Ну, для примера я выделю группу John Deere и несколько тракторов NTZ. Кнопкой ОК фиксируем настройки. И таким образом в нашем справочнике имеется два настроенных экземпляра прицепных устройств.